Новополоцкий хоккейный клуб «Химик» встретился с оршанским «Локомотивом» в матче экстралиги «Б» чемпионата Беларуси по хоккею. В первом периоде удаление у «Химика». Вячеслав Макритский наказан за атаку в область головы и шеи. А счет ни одна из команд так и не открыли. Во второй 20 минутке оршанский «Локомотив» забрасывает 3 шайбы. В третьем периоде Игорь Ворошилов забивает гол в ворота Орши. Но «Локомотив» продолжил результативные атаки и в воротах новополоцких хоккеистов еще 4 шайбы. По итогам матча «Химик» уступил «Локомотиву» со счетом 1-7. После 16 игр новополоцкие хоккеисты на четвертом месте турнирной таблицы. В активе команды 31 очко, а лидер экстралиги Б – Могилев. Следующую игру «Химик» проведет с командой «Бобруйска». В Орше прошел заключительный этап областного рейтинга по спортивному ориентированию в рамках открытого чемпионата Оршанского района. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Витебска, Новополоцка, Толочина, Дубровна и Оршанского района. Всего почти 150 участников. В программе соревнований дистанция по выбору. Спортсменам необходимо было найти определенное количество контрольных пунктов в произвольном порядке. По результатам соревнований 7 представителей Новополоцкого дворца детей и молодежи оказались на пьедестале победителей и призеров чемпионата. В матче первой лиги чемпионата Беларуси по футболу Новополоцкий «Нафтанс» играл против «Слонима». Игра прошла на искусственном поле спортивного комплекса «Атлант» и закончилась ничьей со счетом 0-0. При этом слонимчане почти весь второй тайм провели в меньшинстве из удаления Александра Красия. После 29-го тура «Нафтан» по-прежнему на 5-й позиции в турнирной таблице, а на первом месте – «Славия». Следующую игру новополоцкие футболисты сыграют с клубом «Волна» из Пинска. В венгерском Дьоре прошло молодежное первенство Европы по дзюдо. В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов до 23 лет из 37 стран. В весовой категории до 78 кг выступила воспитанница Новополоцкого училища Олимпийского резерва Дарья Концевая. Новополоцкая дзюдоистка одержала победу в 4 схватках, но в схватке со спортсменкой из Германии потерпела поражение. В итоге первенства Дарья Концевая принесла бронзовую медаль в копилку белорусской сборной.